Прохладительные лимонады, освежающие чаи, бодрящие энергетики, содовая и минеральная вода. Широкая линейка безалкогольных напитков в ПЭТ-таре и алюминиевых банках представлена на площадке Барнаульского пивоваренного завода. Свою продукцию БПЗ традиционно выставляет на агрофоруме «День сибирского поля». Наша продукция широко известна по всей Сибири и за ее пределами. Соответственно, многие коллеги и участники не с нашего региона, они знают нашу продукцию, приходят, просят продегустировать. Ну и тем более сегодня замечательный жаркий день, что еще более способствует, так сказать, утолению жажды. Стенд БПЗ на агрофоруме – это не просто презентация выпускаемой продукции, но и возможность рассказать о новинках. В этом году Барнаульский пивоваренный завод планирует расширить ассортимент. Все карты руководства пока не раскрывает, но завесу тайны немного приоткрывает. Это будет расширение линейки безалкогольных напитков GS, Good Stripes. Очень интересный, ну и, пожалуй, уже известный вкус для многих. Также это будет расширение линейки энергетиков. Вот, ну, еще очень один классный продукт, функциональный напиток. На Барнаульском пивоваренном заводе работают около 1500 сотрудников. Разрабатывают оригинальные сорта по собственной технологии. На сегодняшний день на заводе выпускают 27 сортов фирменного пива и 23 вида безалкогольных напитков. В плане и дальше наращивать объемы.